Коллеги, рядом со мной представители Новгородской области с потрясающими товарами, которые сразу отсылают к теплу, радости и вкусу. Здравствуйте. Какую компанию представляете? Здравствуйте. Представляю Новгородскую область. У вас в руках, я вижу, и ван-чай, и орешки, и вижу, и варенье. Сразу становится тепло и хорошо. Давайте расскажем поподробнее. Да, наш основной продукт – это иван-чай. Мы его собираем вдали от населенных пунктов, промышленных производств и федеральных трасс. Наша фабрика находится в 2,5 часах езды от ближайшей ЖД-станции. Иван-чай мы начали делать с 2012 года. В следующем году исполнится 10 лет нашей компании. Наш продукт представлен достаточно широко по всей России. Постепенно выходим в Европу. Узнаваемость бренда растет. Также один из основных наших продуктов – это варенье из сосновой шишки. Также, как и иван-чай, сосновую шишку собираем в Новгородской области, в экологически чистых районах. Третий продукт – это новинка. Мармелад с орехами. Мармелад из клюквы. Клюква также произрастает в лесах Новгородской области. Я даже не знаю, как продолжать интервью, потому что вы так вкусно рассказываете. А у нас утро, и прям захотелось сразу чайку и мармелад. Давайте, может быть, расскажем еще о том, где вы уже представлены, и какие у вас планы на нашу выставку. Расширить свою зону влияния или, может быть, еще какие-то партнерские отношения? Безусловно, мы широко продаемся на маркетплейсах, на основных, Wildberries, Озон, естественно. Продаемся в Гиперглобусе, Азбука вкуса, розничные точки Москвы, да и всей России. Конечно, мы бы хотели расшириться на федеральные сети, мы уже доросли до их уровня. На нашем предприятии регулярно проходят аудиты независимые. Мы соответствуем стандартам ISO 22000. Пока не аккредитованы, но идем к этому. Пожелаем вам удачи и надеюсь, выставка пройдет для вас очень плодотворно. Спасибо большое. Да, спасибо и вам. Удачи.